Северском районе в домах многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, бесплатно устанавливают пожарные датчики. В рамках профилактического рейда в преддверии начала отопительного сезона сотрудники отдела пожарного надзора, представители администрации и соцзащиты населения стучатся в дома жителей станиц Азовской и Убинской. Детям сладости, а родителям памятку о соблюдении правил пожарной безопасности в быту. Но главный подарок – дымовой пожарный извещатель. Это маленькая вещица, способная уберечь от большой беды. Устанавливаем вам автономный дымовой пожарный извещатель, который в случае возникновения пожара издаст звуковой сигнал, разбудит вас, скажем так, если это глубокой ночью, когда все члены семьи спят, ну и, соответственно, оповестит на начальном этапе о возникновении пожара. Особенно актуален он в условиях печного отопления, ведь вероятность угрозы появления пожара в этом случае возрастает. Время монтажа автономного датчика буквально 5 минут. Зато потом, своевременно меняя батарейки, можно в прямом смысле спать спокойно. Малейшее задымление и звук пожарного извещателя услышат даже ближайшие соседи. Программа безвозмездной установки датчиков работает в районе не первый год. За это время их установили в домах десятков благодарных семей. Данные мероприятия на территории Северского района будут продолжены. Благодаря совместной работе глав городских и сельских поселений, районного депутата Дениса Бирюкова, было закуплено более 150 автономных дымовых пожарных извещателей, которые в последующем также совместно будут установлены в жилье граждан, состоящих на различных видах учета в социальной защите, в управлении социальной защиты населения. Однако пожарные спешат напомнить, что наличие дымовых датчиков в домах – огромный плюс, но соблюдением элементарных правил пожарной безопасности пренебрегать при этом не стоит. Хотелось бы обратиться к гостям и жителям Северского района. Берегите себя и своих близких, соблюдайте правила пожарной безопасности. Напоминаю, единый номер телефона пожарных и спасателей 01 100 101.